Всем привет, мои любимые подписчики! Ну что, в этом видео я расскажу, как правильно смывать краску с волос, с головы, а также как правильно мыть голову. Начинаем! Давно хотела снять для вас видео из душа, и вот случилось. Итак, как смыть краску для волос правильно? Но обязательно это делаем в перчатках. И обязательно вода должна идти как бы сверху вниз на ваши волосы. Ни в коем случае нельзя вниз вот так вот нагинать голову, потому что тогда волосы могут запутаться и не будут просто на постоянно блестеть. Вот, поэтому, значит, встаю прямо вот так вот под душ и начинаю медленно-медленно краску стягивать. Раз. Потом эмульгируем, чуть-чуть протягиваем по длине, это для блеска, эмульгируем, раз, и назад всю краску, и опять под душ, и медленно-медленно смываем волосы. Ну, видно? Ну, можно, конечно, чтобы вам кто-нибудь смыл, но можно вперед, но нежелательно. Так, теперь берем шампунь, все смыли. Причем на этом этапе можно не до конца даже смывать. Берем шампунь, небольшое количество. И начинаем мылить. Мылим. Вот, и не путаем волосы. То есть мылим волосы вот таким вот образом, да? И потом постепенно начинаем шампунь как бы стягивать вниз. По сути, я не наношу второй раз шампунь даже. Да, так вот одного количества вполне себе достаточно. Уже жарко в ванне становится. И смываем. Раз. И смываем. Я знаю, есть люди, которые не любят мыть сами волосы, потому что у них после этого они путаются. Знаете, почему они вас путают? Потому что вы их жулькаете. Надо, чтобы вода лилась вдоль по волосам, да, то есть вот прям сверху вниз, и не нужно их жулькать. Кстати, от стресса и баланса надо быть так же. Далее я беру бальзам. Бальзам аналогично наносится только по длине, и ни в коем случае не наносится на корни. Я его наношу только по длине, распределяю, ну и держу, в зависимости от того, сколько есть время. Можно пока почистить зубы. Но у меня времени немного, поэтому я его нанесла и, по сути, тут же смываю. Движения те же самые, никаких вниз головой. Только сверху, вниз и очень плавно. И тогда все волосы будут распутаны для блестящие глазки. Ну что, готово? Даже тушь не потекла. Надеюсь, вам понравилось это видео и моя шикарная прическа тому подтверждение, что правильно мыть голову — это очень полезно. Люблю вас, подписывайтесь на мой канал. С вами была ваша Анна Комарова.